Продовжуємо, друзі, проходити Call of Duty 4. Так, наскільки я пам'ятаю, ми закінчили на якійсь місії в Чорнобилі. Высокий уровень радиации. Придется обходить. Такс. Следуй за мной. И тихо. Осторожно. Здесь повсюду источники радиации. Да я понял. Ты чуть больше нормы, и ты покойник. Капитан Макмиллан. Ждать сигнала. Я все зрозумів. Ты куда дивишься? Вижу врага. С фронта вражеский патруль. Идем тихо и медленно. В этой маскировке нас не заметят. Ну, я тебе верю, капитан Макмиллан. Повзем. Убей одного, пока второй не видит. Слушай, Захаев нам хорошо платит именно за то, чтобы мы патрулировали этот... Он убит. Так что за... Спокойной ночи. Пошли. Пошли. Да я замер. Если пойдем в обход, у нас больше шансов остаться незамеченными. Внутри 4 объекта. Даже не думай об этом. Да звідки ты знаешь, про что я подумал, капитан Макмиллан? Здесь. Противник у машины. Хотя я думаю, он правильно подумал, бо я и хотел завалить. Убери его тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. Так. Вперед. Да я просто профи. Рухаемся дальше. Выдвигаемся. А мы двое с тобой? Я думаю, ще хтось з нами є. По-моему, ще хтось був. Ну ладно. Так, пролазим. Не двигаться. В колокольне наблюдательный пункт. И еще один патруль с севера. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Ну давай, подойдем. Цель в наблюдательном пункте, видишь? Бачу. Тільки он от меня пішов. Ты смотришь не на ту башню, та, что справа от тебя. Та я понял, блин. Че ты, блин, язвишь? Ты бачишь, что... Прекрасно. Ну все. Объект приближается с севера. Убери его тихо или дай ему пройти мимо. Террорист убит. Вперед. Я, блин, чисто выполняю свою работу. Ты тут кипишуешь, Макмиллан, честно. По фронту все чисто. Звідки ты знаешь, что тут открытые двери? Алло. Побережье чисто. Ты это слышал? Не, я цього не чув. А. Вертолет летит. Вражеский вертолет, ложись! Оставаться в тени. Он возвращается обратно. Не двигаться! Да я завмер, чё ты, блин, кипишуешь? Пишу я у нас капитан Макмиллан. Ну и что, долго мы так будем лежать? Идем. Ну, пошли. Припять. Та ти так крикнув, що я ж...
Так крикнул, что я аж перелякался. Спокойно, парень. Их слишком много, остынь. Веди себя тихо. Огонь не открывать. Старайся предугадать их шаги. Если собираешься маневрировать, все делай медленно и спокойно. Никаких резких движений. Не знаю, чи я правильно то роблю, ну, але... Бля... Ні, ну це фіаско. Там, напевно, треба було пролізти під... Під цим. Під БТРом, можливо. Я так думаю. Спокойно, парень. Их слишком много, остынь. Веди себя тихо. Огонь не открывать. Старайся предугадать их шаги. Если собираешься маневрировать, все делай медленно и спокойно. Никаких резких движений. Маємо проскочили. Так, выдвигаемся медленно и спокойно. Я понял, а ты де я? А, ты тут я. Хватит, давай, вставай уже, чувак. Хватит ползать. Со мной. Похоже, они уже убили всех, кого не смогли подкупить. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Давай, подойдем. Нейтрализовать их и при этом не поднять тревогу — задача не из легких. То точно. Хотя, с другой стороны, незаметно мимо них все равно не пройти. Твоя очередь. Да я понял. Цель уничтожена. Один готов. По тем двоим у грузовика огонь не открывать. Мы должны нейтрализовать их обоих одновременно. Добро, что ты сказал, бы я уже хотел стрелять. Ну давай, давай. Я на позиции. Действуй, как только будешь готов. Спокойной ночи. Все добре. А с тобою приємно працювати, капітан Макмілан. Оставаться в тени. Аффирматив. Назад. Говорят, у украинцев пара человек пропало сегодня ночью в бассейне. Спокойно, он мой. Та без питань, розбирайся з ним сам. Эй, Сьюзи! Бах, блин, прикладом в бороду. Не, ну ты профи, тут базара нема зовсім. Не двигаться. Ждать здесь. Вот заплатят мне за все это дело. Сюда приближается патруль. Назад. Как думаешь, нападет на нас Америка, пока мы уязвимы? Эта страна давно уже катится к псу под хвост. Почему бы и нет?
Террорист убит. По фронту все чисто. Вперед. Слухаюсь. Не высовываться. Выдвигаемся. Не высовываться. Высовываемся. Логика. Да их там целое сборище, черт возьми. А то точно, тут целая армия. Выдвигаемся по моему сигналу. Стоять. Стою. Так, вперед. Пошли. Let's go. А вон там, чё ж мы так... Блин, це місія. Приближається грузовик. Используємо його в качестві прикриття. Я зрозумів, тільки тут такі шпари, що я не знаю, як нас не помічається просто. Важко буде услідкувати це. Терпіння, не наделай глупостей. Та я чекаю, я все слухаю з тебе, чувак. Ждать сигнала. Ждем. Понял. Я вже тебе читаю, навіть читаю твої думки, що ти хотів зробити, Макмірлан. Все чисто. Блін, капітан Макмілан так бігає по Прип'яті, ніби то його рідний дім. Оставайся на чеку. Ми ще не на місці. Да я ч. Блін. Повністю сконцентрований. О, собака. Стоять! Успокойся! Это дикая собака. Да, что ж ты им рассказываешь? Тебе як определил, что она зразу дика? Ты якийсь вівчар. Собачка-то попалась недружелюбная. Держи дистанцию. Старайся не привлекать к себе внимания. Вибачай. Кажеться, діло плохо. О, да. Мене зажерли? Блін. За що собаку? За що собаку, блін? Та бо вона гарчати почала, я думав, що вона зараз нападе. Я взагалі не прихильник такого, ну але... Блін, не напала. Хорош, а я, блін, очканув спочатку. Що там, Джон? Як справи? По фронту все чисто. Выдвигаемся.
Ты только посмотри. В этом городе проживало 50 тысяч человек. А теперь это город призраков. Так. Никогда ничего подобного не видел. Дякую же. СРСР. Це город. Це місто привид. Хули тут казати. І скрепам. Отель Полісся. Там есть гостиница. С верхнего этажа мы сможем наблюдать за обменом. Вперед! Блин, выпадково нажал. Лейтенант Прайс. Встреча состоится. Вражеский транспорт уже на указанной территории. Ветер усиливается. Можно учесть порывы ветра, а можно просто подождать, пока он не утихнет. Но к этому моменту цель может скрыться. Решать тебе. Помни, чему я тебя учил. Учитывай переменную влажность и скорость ветра вдоль траектории пули. На таком расстоянии придется также принять во внимание кориолисову силу. Ты мне, звичайно, рассказал, и я маю это все сгадать. Так, кажется, я его вижу. Жди моего сигнала. Цель захвачена. Идентификация. Имран Захаев. Спокойно. Следи за флагом. Он укажет тебе силу и направление ветра. Черт, он-то откуда взялся? Терпение, парень. Жди удобного момента. Чекаю, блин, аж... Це що, фейл? Та, це фейл. Я зафейлився. Вітер усилюється. Можна учесть пориви вітру, а можна просто подождати, поки він не утихне. Но к этому моменту цель може скритися, рішать тебе. Помни, чому я тебе учив. Учитывай переменную влажность и скорость ветра вдоль траектории пули. На таком расстоянии придется также принять во внимание кориолисову силу. Це зовсім не просто його завалити. Так, кажется, я его вижу. Жди моего сигнала. Цель захвачена. Идентификация. Имран Захаев. Спокойно. Следи за флагом. Он укажет тебе силу и направление ветра. Черт, он-то откуда взялся? Терпение, парень. Жди удобного момента. Да я чекаю. Ох, як міг чітко, блін. Чорт, вони нас заметили. Огонь по вертольоту, так ми виграємо немного времени. Отличний вистріл, лейтенант. Тепер уходимо.
Они будут нас искать. Пора уходить. Давай. Текаем здесь. Нужно срезать путь. Следуй за мной. Майже нас взяли. Лейтенант Брайса, со мной. Д-24, говорит А-6, у нас проблемы. Повторяю, у нас проблемы. Направляемся к четвертой зоне посадки. А-6, Орлан в пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Опыль и так на исходе. Конец связи. Звідки, блядь? Забудь о них, они за нами не пойдут. Нам пора в зону подбора. Бля, де мій чувак? Я щось втикнув, де він є. Тихо, тихо. Та їдріть тебе направо. Загризли мене собаки. Майл 4. Посадки. Да-да, модерн файл 4, так. 20 минут. Не опаздывайте. Топливо и так на исходе. Конец связи. Ох, як в рядочек лягли. Хо-хо! Бляха, я щось втикнув, а де мій чувак? Ну, знов мене загризли. Забудь о них, они за нами не пойдут. Посадки. А-6, Орлан в пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Топливо и так на исходе. Конец связи. Граната, бля! Ну то за шо? Посадки. А-6, Орлан в пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Бачу, буде в мене тут довге проходження. Граната. А вони із заду, блін. Об'єкт А як за нами не підуть? Тут ціла армія в нас на хвості, блін. За нами не підуть. Ти, блін, махнутий. Коротше, беру пістоль. А де мій? Ага, за нами не піду, вже собаки в нас на хвості. Макмілан, блін. Що ти на це скажеш? Ах, тобі, що?
Нормально так заехал. Хедшотик таки подъехал. Дай сигнала. Быстрее. Устанавливай мину в подвере к двери. Один готов. Противник с тыла. Еще граната. Один. Ой-ой-ой, хаешка. Вертолет приближается. Открыть огонь. Ты живый, братан? Да тебя чуть... Ну ты что? Даешь. У меня вся нога разворочена. Я не могу встать. Если будут проблемы, найди для меня выгодную позицию, чтобы я мог тебя прикрыть. Зона посадки на юго-запад. Мы все еще можем успеть, если поспешим. А як? Ты ж нажимаю F, блин. Противник с юго-запада. Объекты движутся на восток. Блять, ходяшка. Та аж скоріше виходь. Блін, як же ж тут тяжко все. Диви, диви. Де ти є? Бля, хаєшко хтось кидає, чув. Відправляйся в здання. Ми постараємося їх задержати. Поїхали далі. Я так розумію, кудись сюди треба мені йти. Кудись сюди. Давай, падло, виходь. Працює спецназ. Ну, давай сюди, виходь. Ах ти пес, ти чекав мене. Так, поїхали. Спочатку удостовірся, що в кімнатах все чисто.
Та ж кладу. Кажется, все чисто, можем идти дальше. Ну то ж, можно попробовать идти дальше. Так, 12, що, хвилин мені лишилось, так? Чекай, а я ж хіба не звідси прийшов? Звідси? Ми точно на місці. Зона посадки з другої сторони того здання. Собаки не за нас в цій. Спокійно. Поїхали далі. Они направляют по кварту! Запрашиваем подкрепление в третий сектор! А6, говорит Орлан, ждем вашего сигнала, прием. Наш вертолет ждет на безопасном расстоянии. Опусти меня за чертовым колесом, оттуда я смогу вести огонь. Чуть севернее... Ну на, все, тебе залишаю. Забираю все мои мины. Пора пустить их в дело. Скоро враг будет здесь. Найди подходящую снайперскую позицию. Через 30 секунд я дам сигнал вертолету. Не знаю, чи я правильно. Ти должен залечь на снайперской позиции. Випадковість. Так, парень, я активировал маяк. Удачи! А6, ваш координат получений. Держитесь. Конец связи. Та тримаємось, тримаємось, що тут сказати. Вижу противника. Пусть подойдут поближе. Ждем приказа открыть огонь. Открыть огонь! Главное, чтобы патронов хватило. Еще. Объект нейтрализован. Так,
Та їх тут просто ціла купа. Там дуже мудрий чувак мені гранатку кидає. Цель нейтралізована. Та бля! Цель нейтрализована. Де ті вертольоти, блін? Он убит. Говорит Орлан, тащите свои задницы на борт. Прием. Объект нейтрализован. Он убит. А, то у чувака треба забрати. Я понял, то я маю зробити. Готов. Группа А. Топливо на критическом уровне. У вас 30 секунд. Расчетное время прибытия вертолета — полчаса, капитан Прайс. Так не пойдет. К тому моменту мы уже 10 минут как будем мертвы. Сейчас сюда заявятся все психопаты-сепаратисты Захаева, чтобы освободить Аль-Асада. Или то, что от него осталось. Сдавайтесь немедленно, и вас оставят в живых. Учитывая, так, нас снова повертаю в сучасный... В сучасный свет. Внимание на всю эту чушь. Контратака неизбежна. Рассредоточиться и перекрыть подход с юга. Сэр, они медленно поднимаются по холму. Жду вашего сигнала. Мы знаем, что вы скрываетесь в деревне. Вы окружены. Бежать вам некуда. Сдавайтесь, и вас пощадят. Ага. Лови хаешку. Давай! Цель уничтожена.
выстрел, дружище. Готов. Там РПГшник якийсь. Хто то так? Дивися. Просто мене винесло. Дружини, біжать вам нікуди. Здавайтесь і вас пощадять. Давай! Отличный выстрел, дружище. Отряд! Удерживать позицию! Они считают, что нас здесь гораздо больше! Вас понял! Давно... Чекай. Не розумію, чи тут нема ніякої текстури. Цель уничтожена. Там якийсь РПГшник шалений стріляє. Понял, бежу. Отступаю. Миниган. Третий, выдвигаешь. Докладывает третий, второй в крайне восточном здании. Восточная дорога перекрыта. Что это и миниган, че что это такое? То, напевно, с другой стороны еще треба залезть, бля, тупняк, конечно. Цель уничтожена. Ну так, конечно, знаешь, мне гранату закинуло, а как вы собираетесь меня прикрывать? Просто пиздец. Цель уничтожена. Соу! Давай к минигану! Живо! Он установлен на разбившемся вертолете! Соу! Не допускай перегрева! Стреляй очередями! По 30 секунд максимум! Прощай! Ох, жара пішла. У нас проблема. Всім будь начеку. Чорт побери, у нас не тих вертольотів, а? Стоу! Возвращайся в парк! Активируйте заряди! Остальные постараются не подпустить их к следующей линии обороны! Давайте живо! Стоу! Уходи от минигана! Мы отступаем! Стоу! Активируй детонаторы! 4 детонатора в баре! Живее! Понял! Рухаюсь! Тільки він щось не хоче бігти. Блін, а я щось не туди побіг, так?
Та що це за кулемет такий рагульський, бо ти б'єш? Ай, ну баню, конечно. Ну, бля. Активируй детонаторы! 4 детонатора в баре! Живее! Где вон эти детонаторы? Где? Так, стриє. Ще десь четверте має бути? Так. З сіверу приближаються вражеські танки. Зараза, я ранен! Отправляйте в амбар на северном краю деревни и останови танки! В амбаре найдешь Джавелин! Нормально так. Я по-вашому тут командос чи що? Сол, Джавелін в амбарі! Шевеліть, шевеліть! Та біжу, блін, ти бачиш, він не може бігти більше. Де той Джавелін? Я маю танки збити чи що? Ой, джавеліни, то сила. Ух-ху-ху. Це, по-моєму, з танка прилетіло. Просто чудово, що нам тоді робити? Б6, на радарі много врагов. Постараємося приземлитися у подножію холма, щоб избежать контакта. Он что, издевается? Мы рвем задницы, чтобы добраться до этой зоны посадки, а они теперь заставляют нас возвращаться обратно. Пальчас. Нужно добраться до другой зоны посадки у подножия холма. Живее, Соу, выполняй быстрее! А что я могу сделать? А, то... Шо-шо? Ого-го! Ото я вийшов, називається.
механизм. А, не. Не, ну то... Я зараз сгорю с того всего. Попал. У вас две минуты. Прием. Вас понял. Мы в пути. Придется прорваться через линию противника, чтобы добраться до зоны посадки. Спускаемся вниз. Пошли, пошли, спускаемся вниз. Ну вот это нереально. Это просто unreal. Отстать. Мы должны добраться до зоны посадки. B6, на связи Сокол-1. Готовы оказать вам поддержку с воздуха. Прием. Вас понял. Ждите удар с воздуха. Эпичная музыка такая. Щось навіть пропустив, де є нашу. Фух. Якось пройшли ту місію.
уничтожили, ублюдка. И все же не он несет ответственность за смерть твоих ребят. Прости, дружище. Имран Захаев, да? Человек-призрак. По данным разведки, он залег на дно. У меня есть план, как найти его. Слушаю. Папенькин сынок. Сын Захаева. Лидер сепаратистов на этой территории. Яблочко от яблони недалеко падает. То точно. Комаров знает, где находится парень. И этот ублюдок знает, где найти Захаева. Грехи отцов. Вот сволота, а? То точно. Это самый лучший путь. Контрольный пункт. Так, друзі, а продовжимо вже наступного разу.